Когда мой дом пал, я оказалась не в силах помочь. Предатели перешли на сторону труса Мизраакса и его жалкого дома света. Сбежали в последний город. Теперь они служат своим угнетателям, стражам и их великой машине. На свете нет большего позора. Стазис был нужен моему народу. Но меня осудили, сковали. Та сила, которую я хотела обуздать, отвергла меня. Не все цепи можно разрушить. Если, конечно, вы сами в это верите. Спасибо за помощь старому другу-скитальцу с этой небольшой деликатной проблемой. Груз предназначался для последнего города, но его перехватили бандиты из Дома Спасения. Тебе надо просто заглянуть к ним и поспособствовать доставке. Я объясню, что искать, когда будешь на месте. Дом Спасения в том, что они прибирают к рукам часть товара на торговых путях. С тех пор, как хозяйка дома превратилась в сосульку, им живется несладко. Кто же знал, что у них хватит наглости на такое? Ты поймешь, о чем я, когда мы вернем груз. Теплее. Иди дальше. Краденый груз совсем близко. Yeah.
Виталюс? Это ты? Только виртуально, начальник. Я уломал стража заняться твоим спасением. Чтобы страж увидел меня таким, я тебе это припомню, когда выберусь отсюда. Да, кстати, для начала давай-ка обсудим надбавку за риск. Что? У нас же уговор. Я не потерплю шантажа от такого дилетанта. Как скажешь, начальник. Тогда мы доставим тебе обратно на спутанные берега. Королева Мара пообещала щедрую награду за твою мерзкую башку. Мы неплохо поднимемся. Ну вот что. Дом спасения угнал мой старый кетч. Если сможете к нему пробиться, он ваш. На месте к вам присоединятся мои партнеры. Подбросьте их, и мы в расчете. Слышишь, друг? У нас будет новый корабль. Осталось только угнать его со штрафстоянки. Один из моих доверенных партнеров. Он мастерски стреляет из проводной винтовки. Поможет, если тебя загонят в угол. Остальных членов моей команды. Помоги им расправиться с этим отребьем. Thank you.
Вся команда в сборе. Верни их целыми и невредимыми. От мертвых союзников толку нет. Ты не врал насчет этих клоунов из Дома Спасения. Они все на взводе. Напомни, что они там ищут. Реликвии. Какие-то древности. Слишком сложная затея для таких простаков. Они явно исполняют чей-то приказ. Но кто, черт возьми, ими командует? Похоже, перед тобой их босс. Это твоя цель, друг. Thank you.
свидетель освободил Эрмис. Вот почему в Доме Спасения такая суета. Похитительница кораблей снова в деле. И артефакты, которые она ищет, станут платой за ее свободу. А, представь себе их стоимость. К счастью, мы можем отправиться в погоню на славном корабле с бесславной командой. Страж, умоляю, не пускай этого клоуна за штурвал моего кетча. Брось, Павел. Я буду обращаться с ним, как со своим собственным. Именно это меня и беспокоит. Ты лучше побеспокойся о том, какой прием тебе окажут в последнем городе. Погнали, страж! Осторожнее с грузом! Или на куски пораблю! Значит, это правда. Эрмис на свободе. Это имя до сих пор имеет вес. Войны древности явились на ее зов. Войны древности. Я о них читала. Убийцы кетчей, клинки скифа. Как там их называют люди? Пираты. Эрмис оттаял. Что само по себе плохо. И она еще что-то ищет. Но только в этот раз нам повезло. Эта безделушка как раз то, что нам нужно. Что это? Это ключ, сестренка. С ним перед тобой отворится любая дверь. Что они закрыли? Если найдешь ее. Воинов древности нельзя недооценивать. Авангарду нужно бросить все силы на борьбу с бандитами. Вряд ли получится. Завала ждет следующего шага Каоса. Тайные люди и коры уже ищут Эрмис, но они действуют скрытно. Мы сами по себе. Отец, мы должны оказать посильную помощь. К тому же эти пираты просто кладезь всевозможных знаний. И у них точно есть редкости эпохи Вихря. Айдо, дело куда серьезнее, чем тебе кажется. Тут ты прав. Все мы знаем, как опасно может быть Эрмис. Решать тебе, друг. Что ж, поднять якоря? Приказывай, капитан.
не представлены. Я Эйду, книжница Дома Света, дочь Мизрак Скелла. С ним вы знакомы? Да. Мы с Мизраксом хорошо знаем друг друга. Я об этом наслышана. Да неужели? У вас есть какой-нибудь титул? Я знаю, как вас называют. О, у меня есть многое. Паук лучше, чем падший. И ничуть не хуже, чем Митрекс. Так твой отец позволяет называть себя стражем. Да, некоторым из них сложно выговорить его имя. Порой не угадаешь, что вызовет у них сложности. Разумеется, я не о присутствующих. О, да, этот страж свое дело знает. Надеюсь, что и я сумею как-нибудь пригодиться. Ты очень смелая, Эйда. Твой отец точно не против, что ты в этом участвуешь. Кажется, старые пиратские банды его слегка напугали. Да, он был встревожен. Но я книжница. Одна из моих задач — вести нашу летопись. Но... в глубине души. Он наверняка рад приключению не меньше нас. О, лично я в предвкушении. Что ж, юная книжница, прошу простить, но нам со стражем надо обсудить кое-какие дела. Конечно. Добро пожаловать в последний город. Да хранит вас свет. Это гранит вас свет. Но без Ракс, старый пройдоха, надо ж было выстроить такой карточный домик. Страж, давно не виделись. Кажется, еще вчера я торчал на спутанных берегах, торговал серафитом и фазостеклом. И вот, теперь укрылся в тени странника. Куда только не заносит тех, кто задолжал скитальцу. Давай сохраним подробности позорной истории моего спасения в тайне. Что ж, похоже, тебе предстоит вступить в бой с Эрамис и бывалыми пиратами. И Мизракс от этого явно не в восторге. Интересно, почему? Вот что, дружище. Можешь пользоваться моим кораблем, пока не докопаешься до истины. Мне кажется, это тебе по силам. Давай, покажи этим пиратам, что не стоит переходить дорогу пауку. Пока тебя не будет, я соберу все, что необходимо каждому уважающему себя капитану. Не благодари, страж. Только не болтай никому о моей беспричинной щедрости. Я ведь дорожу своей репутацией. Удачной охоты.